Оперативные данные штаба Алроса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 27 октября. В Мирном положительный анализ на COVID выявлен у 96 человек, на Ихало-Удачинской площадке – у 44. В стационаре Мирного с коронавирусом находится 136 пациентов, в Айхале-Удачном – 44, в Ленске – 68. В реанимации в стабильно тяжелом состоянии с поражением легких более 50% находится двое работников Алроса. На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 в Мирном находится 780 человек, на Ихало-Удачинской площадке 219, в Ленске 131. 20 203 работника Алроса прошли полный курс вакцинации от COVID-19.